Как помочь особенным детям адаптироваться к жизни? И главное, как изменить отношение общества к ним? Проблему ребят с ДЦП, синдромом Дауна и аутизмом подняли приехавшие в Волгоград актеры Ксения Алферова и Егор Бероев. Их благотворительный фонд «Я есть» помогает как раз таким детям. Гости встретились с представителями региональной власти, посетили детские учреждения и приняли участие в большой тематической дискуссии. Расскажет Мария Иванченко. Прямо с самолета актеры Егор Бероев и Ксения Алферова отправились на встречу к губернатору Сергею Баженову. Обсуждали проблемы оказания помощи и детям-инвалидам, и детям, страдающим различными заболеваниями, и детям-сиротам. Я во всех поездках по району обязательно прихожу в детский дом. Мы там что-то пытаемся сделать, но и многое делаем, и там и спонсоров находим. Проблема благотворителей, признает Сергей Баженов, особая тема. Он сам рос в детском доме и знает, что помощь ребятам нужна. Увы, далеко не всегда удается найти тех, кто готов пожертвовать средства. Я приезжаю в свой детский дом в Краснодаре. Я там бываю, еще директор жил, Тамара Николаевна Ластовина, она жива и живет в служебном жилье при детском доме. Ну, уже пожилая женщина за 70. И детский дом, паркет, люстры, хрусталь, там все. У нас этого, к сожалению, пока нет. У нас все нормально, но, конечно, не так, как в Краснодарском крае. И в Краснодарском крае меценаты стоят в очереди, чтобы им дали право помогать детскому дому. Они в очереди стоят и ждут, когда им разрешат. А мы здесь в таком постоянном поиске, как гончие, бегаем, ищем. Беседа шла больше часа. После встречи актеры, учредители благотворительного фонда признались, не ожидали, что встретят такого единомышленника. Чтобы сделать сложную работу, ее надо полюбить. Вот мы поняли, что вот человек, с которым мы познакомились сейчас, Евгений Анатольевич. Увлеченный человек, горящий. Он влюбился в регион. Регион сложный, действительно очень сложный. Один из самых сложных, если не самый сложный вообще в России. И я вижу, что Сергей Анатольевич горит. Горит этим искренне, сердечно и хочет здесь сделать что-то хорошее. Для нас это было важно увидеть, как бы готов человек или не готов поверить. Просто это очень важно. Одно дело, когда ты приходишь и говоришь, вы знаете, надо делать. И это на это тратится огромное количество, то есть кого-то убеждать. Мы в разных местах бывали, с разными людьми встречаемся, властными. И не всегда мы видим в себе такой отклик, да, потому что я понимаю, что человек понимание здесь того, да, куда надо понимает, о чем идет идти речь, дальше, да, и хочет менять и двигаться вперед. Благотворительный фонд Егора Бероева и Ксении Алферовой готов сотрудничать с Волгоградской областью. Первым шагом стало проведение круглого стола. Здесь и педагоги, и психологи, и будущие наставники детей, студенты педуниверситета. Систему незачем ломать. Главное – изменить отношение к особенным детям, говорит учредитель фонда «Я есть» Ксения Алферова. Поделиться мы можем отношением, что эти дети, что, например, вот в учреждении, в котором мы были, в массе своей, к сожалению, по инерции советского времени, и это вот медиков часто касается, к таким деткам относятся не как к людям, а как к неким диагнозам, сложным, необучаемым. Это не так. Это наше богатство. Дети с синдромом Дауна, ДЦП и аутисты на самом деле очень светлые и талантливые, говорили гости-актеры. И сами ребята доказали это творческими номерами. Главное, что отношение общества к особенным детям уже меняется, считают участники дискуссии. В прошлом году в Волгоградской области в семьи было устроено больше 130 таких сирот. Это почти в 3 раза больше, чем было помещено в специализированные учреждения. Мария Иванченко, Анжелика Антипина, Андрей Гапчук, Василий Кострыкин, телекомпания «Ахтуба».